Друзья, парк Грёна Лонг, Стокгольм, Швеция. Вот эти смелые люди. Я не уверен, что они смелые, но уже поздно думать на эту тему. Вон там мои зайдут на другой кокон. Сразу двоих клинички. Вот Валя заходит в Синди. Тоже смелый человек, ничего не боится. Даже страшно представить. Но я, как вы поняли, стою просто на улице и снимаю для вас очередное видео, чтобы вам знать, куда можно приехать и где оторваться по полной. Я не знаю, оторваться это имеется в виду от земли, прям оторваться в небо. И сейчас вот, внимание. Вся жизнь перед глазами, видимо, пронеслась. Близнецы такие прям счастливые. Даже начал подумать, что